Ежегодно в марте проводится всемирная акция «Час Земли», организованная Фондом дикой природы. Впервые это мероприятие прошло в Австралии в 2007 году и уже на следующий год получило мировую поддержку. Ростовская область на протяжении многих лет принимает активное участие в этой акции, и наш город не исключение. 25 марта в 20:00 у ГДК города Азов состоится ежегодная акция «Час Земли». Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и природным ресурсам. Кроме этого, важной целью является сбор средств для бездомных животных приюта «Феникс». В программу мероприятия войдет красочное фаер-шоу от «Магнус Шоу», живая музыка от группы «Форпост» и, конечно же, розыгрыш замечательных призов от партнеров мероприятия. Все желающие могут присоединиться к этой акции, отключив при этом электроприборы на 1 час. Все желающие могут принять участие в розыгрыше. Для того, чтобы это сделать, вы можете найти наших волонтеров на акции со специальной копилкой для сбора средств, положить любую бумажную купюру, получить номерок и тем самым принять участие в розыгрыше подарков. Приглашаю всех желающих принять участие в этой экологической акции, чтобы с пользой провести этот субботний вечер. Все вырученные деньги от акции будут направлены в приют для животных «Феникс». Кроме этого, в воскресенье 26 марта с 10 утра до часу дня на площади перед торговым центром «Перекресток» состоится ежемесячная акция экологической организации «Эко» по сбору вторсырья. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.